новенький? А, соседями будем. Анатолий зовут меня. О, Женис, очень приятно. Рад знакомству. А, чё этот? Сам откуда будешь? А я с Костанае приехал. С Костанае? Так, походу не местный он. Ну, жил какое-то время в Кокчетаве, а родители из Актобе. Актобе? Да, наверное, не местный. Это из-за вас я, да, за 500 тысяч тенге однокомнатную снимаю. Ну вот сегодня все родня собираемся вечером вместе. По-казахски. Может, все-таки местный? Поесть бешбармак. Или все-таки не местный. Ну, сейчас я козырной вопрос ему задам, узнаем. Ага. А че этот? Коня почем взяли? За 600 тысяч тенге. Не, 90% не местный. Ассаламу алейкум. О, алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Привет. Ха-ха, попался, точно не местный. Давай останемся с тобой. Йоу, чувак, ты вообще знаешь, кто такой Айман Бек? Конечно знаю, это мой кумир, мать твою. Он капец делает годное дерьмо, ё-мо. Вот почему у нас в Америке нету таких, а? Я бы с ним просто увиделся, хотя бы руку пожал, сказал, чувак, ты просто ё-мо. Fucking shit. Мамбетина, колайся! Чё там, братан, Кайрат Нуртазом, когда фит выйдет? Че, Рита Орен, гримёрка-то, было чё-то? Дали в голову! Это одно объясни. Ашермен ходил, да, в этот, как его? Общий баня. Чё как джабаи, пацаны? Походитесь, гоните, что ли, остепенитесь. Капец, он зазвездился, брат. Пятырь, ты капец под каблук, да? Почему? Вечно с обручалкой ходишь, а? Вечно с женой ходишь, бля. Сними уже эту обручалку, вон, посмотри на Азу, у него нет обручалки, он мужик, бля. Него, братан, просто, блин, я обручалку снимаю, потому что неудобно, когда посуду моешь, шахр-шахр-шахр-шахр. Капец, так, такая же, да? Тема. У меня пошерканная вот, себя, вот, видишь, вот, неудобно. Надо мыть. Снимать, братан. А как ты снял, как ты снял? Мыло. Да сядь, братан, это мыло. Реально проблема, ты чё? А, то мыло. Я весь свой фарфор испортил дорогую посуду. Давай останемся с тобой. Водить, когда будем ехать, а? Картошка, пьес, а ладно, картошка, пьес. Картошка, пьес, кирижу, братан, зачем нам? Арзан наберем, картошка, пьес. Нет, не надо. Вместе кто-то его сунсит, арзан наберу такой, арзан вас ищет. Ахшажок, кирижок, ты мной не алс? Сини мне, альдюк не болсы. А? А? Проблемы, Игорь, пусть ага. Проблемы, товарищи, чё? Проблемы, аласын, да? Чиш, поворот. Не, не висит. А? В смысле? Ёп, проблема, товар надо было. Кандай проблема, Гереста? Кандай проблема? А? Кандай бар проблема? Да кымат да бар. Ана, ек апта стационарда жатасын больницада. Арзандау ше? Арзандау, ек шапалагын берем да, уколын өзін саласын. Картошка аласын да? Эсвитпейсін бе, баяғдан бері? Немене әлдегіне бүкшіп болсын? Тұрып, картошка алдым да? Шесть вещей, которые ненавидит мама. Когда мы много гуляем. Ты вот так и будешь шляться, да? Хангра верес мы? Когда много сидим дома. Свалай, иду, шерп, жата верес мы? Тұрып, кішкен, дейжен жасы. Осы, иди, махан, тизетін, осы. Когда много говорим. С пятого этажа, ты тоже прыгнешь, да? Мама, хочешь, пар? Сөз хайтар мағмаған. Может, сен бір күн ұрасын мен еще? Когда мы молчим. Он немнеге? Немнеге тілін жұтып қойдым ба? Сөйлеш, скажи, что-нибудь хоть. Когда мы много кушаем. Тура, акес всех товаров. Живересің ба, тамақ түнгі бір болды ма, жатсайш. И когда мы вообще не кушаем. Тура, акес ұқсап бар ғой. Не кушать, что я готовлю. Она даладан жек берет. Не есть ни черта, елки-палки. Братан, а где медведь безвкусный? Вы всегда вдвоем двигаетесь. Да он идет, да его. Это дело переходит в ФБР. Джон Картер, ёпта! Все у меня, бачка. Бачка, блядь. Соболезную, мочкошник, ёпта. Бачка, блядь. Медиа, это же вот этот ресторан, где это, ты в проститутку влюбился, помнишь? Завязь свой, ё-моё, ты тоже вспомнил, блядь. Тогда я просто молодой был, глупый, пьяный. Ты слышишь, это два дня назад было, блядь, что ты... Кана. Еба, Кана, это же балка по два раза. Что за балка по два раза? Сейчас поймешь, смотри. Колайся, балка. Нормально. Че, торопишься? Ну. Че, до телки?
Ну, есть такое, есть такое. Ладно, давай, не будем задерживать. Давай, давай. Все, давай, давай. Балка по двору. И аккуратнее. Давай, давай. Азамат, что, пойдем кофе попьем? Кофе? Так, кофе иди. Лорда Барганцун, надо же будет за счет платить. У этой муж есть, у этой парень явно неоправданные инвестиции. Тем более Барганцун кофе деген 1200. У вас еще минимум еще там сэндвич захотят. По 2500, 5000. Узм деберси живым говорит. Итого 10 тысяч счет выйдет. Да нахрен надо. Лучше 30 тысяч добавлю и полики себе новые куплю. Да, походу так и сделаю. Надо технично сливаться. Точно. Ну что, пойдем? Да мне там ехать. Пошли, я угощаю. А, да? Пойдем, пойдем. Блин, за весны, что ли, у меня что-то голова кружится, темнее что-то голова. Это витамины В, витамины П. Наша зарплата. Какие витамины? Пятый столик протри, они ушли уже. Да, да. А где моя черная кофта? Там на кровати, посмотри. Где? Ну лежит же там, внимательнее посмотри. Нету тут. И я только пульт видел. Марат, мне был полдень. Она там про кагаз алкаш, пожалуйста. Братан, как дом кагаз? Ай, да лого курт ты сунул. Хотя бы про баклажка на этикетка снял пиш. Братан, баклажка ты калада жирен что сунул, арсы? Жук кушти. Марат, не диги беспомощный сын. Хотя бы чапра алкаш, пожалуйста. Ай, да чапра, братан, тал жук кул, тал ты уже шум жук кул, не братан. Ну хотя бы гладкий, бр таз алкаш, гладкий таз. Братан, на таз старт будет просто, ишкур, кисы волосы на зелен канат. Да, Марат, сен қандай адамсың, сені де сосызындай ситуацияда боласың ғой, көресің ғой әлі. Баста тиісің сен. И хотя бір білмеймін енді бір құм алқыш, хотя бір үйкелеп, үйкелеп сумен кішкене бір картошка қылдырып. Үйкелеп, үйкелеп, суға, су жоқ қой, су болса жуына самайсың ба? Сенің по-большому отқан менің проблемам болды ғой. Не деген адамсың сен, Марат, алып кетсе бір нәрсе болса да мен не қыл, не істеймін мен? Адам етсей, сәл кеткен кезінде жерге кептіріп алса кеуіп кетеді ғой. Кетейі бар, болмайды ғой. Сүртпей ақ қойсаң ертең отелге по-большому тағып отырасың ғой. Е, қойын, кетейін ба, жынсың ба? Е, Марат бір нәрсе алып келші, пожалуйста. Братан, қағаз бірдеңе алып жүрсе келесіде. Е, кім білді сонда ситуация болатын. Бірақ мынадай ситуация бар ғой, между нами болсын, е? Өзің ғой, есек, даже гладкий тас тауып бере алмадым. Кептіре салшы дейді ғой, еще айуан десейші. Сегодня мы увидим уникальность этого порошка. Берем футболку брата, оригинал от Найка. Допустим, когда брат кушал, нечаянно разлил колу. Прям вот так. А потом томат. А потом соевый соус. Капец, у меня неуклюжий брат. А теперь с помощью этого порошка моем эту футболку в стиральной машине. Ну что ж, друзья, после очередного эксперимента результат очевиден. Па-дам! Вывод. Не трогайте чужие вещи. Эй, ёб твою мать, я не живу с халаврамин. А? Братан, может, мин футболка какие салосы, да? Куда нет футболка, да, блядь? Долбою. Я сейчас, брат, пожалуйста. Порошок дивана. Жан! Оу! Диван подвинь, я под диваном помою. Зачем там мыть? Сегодня гости придут. И чё? Кто под этот диван залезет? Лежит там, пыль, лежит. Не надо мыть, открытые места просто помой и всё. 100% туда никто не полезет. Ну смотри. Не мой там. Ед пассажир сейчас будет готово. Давайте пока посидите. В зал проходите. Как у вас дела? Классно. Вираж! 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 Я сам. Надо. Я сам. Субтитры сделал DimaTorzok.